Привет, друзья! Сегодня новый эпизод шоу «Хочу в семью». И вместе с вами мы посмотрим, как же наши конкурсанты будут справляться с теми сложностями, которые я буду создавать. Поехали! Нетронутый мусорный пакет. Целое растение. Ну и, конечно же, любимая ваза хозяйки. Как, впрочем, и стопка газет хозяина вместе с его любимой подушкой естественно должны остаться в целости и сохранности. Ну и, конечно же, никогда, слышите, никогда не есть еду с хозяйского стола. Не, ребят, так дело не пойдет. Даже не вздумай лезть туда. Это фиаско, братан. А это еще кто такой? Ох же вы и охранники, ребятки. Ну и что? Мы просто так позволим ему разгуливать по нашему дому? Так, туда даже не лезь. Это же наша еда собачья, зачем она тебе нужна? Ребята, держите вора. Ой-ой-ой. Мы не можем позволить ему уйти из дома с нашей едой. Да. Вот смотрю я на вас, ребят, и поражаюсь. Никто не смог пройти испытание. Жаль. That's all, folks.